Так, привет-привет, мои прекрасные друзья. А, привет-привет, пока-пока. Я долго буду ждать звонка. Звоняет. И мы только въехали в Медрино и тут же выехали из него. Так что будете смотреть поля, пока мы тут пашем и сеем. Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем. Вот такие. Это песенка бюрократов, кстати. Да-да-да. Мы снимаем, Максик. Так случилось, что Медрино прошло за одну секундочку, посему это будут предместья чего-то другого. Просто вот красота, болгарская красота. Задолбим людей болгарской красотой. Назовем это красота природы. Не обязательно болгарская, просто в данном случае это так. Ну, красиво же. Да-да-да. Тоже может кто-то в дорогу пуститься. А кто-то наоборот скажет, да я посижу, посмотрю. Телефончик. Не буду тратить ни время, ни деньги. И не буду на 36-градусной жаре заниматься ерундистикой. Вот как-то так. Тоже малютку сделал, я же не ожидала. Вот вы теперь знаете, где мы, как мы, что почем. Вот такие у нас будут красивые дорожки, кстати, которые чинятся, я вам показала вчера. Вот эта дорога подвергается ремонту. Ну, такому легкому, милому. А пока что с этой стороны она не очень хороша. Можно сказать, плоха. Это вы сейчас почувствуете. На всех выбоинах. Ой, ладно, я не буду мучить людей именно вот таким видом. Скажу. Ах, дорожка. Чао-чао. Обнимаю вас дорожной любовью, траками и красотой природы.